Всем привет, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я вам расскажу, как открыть всех героев, если вы создали новый аккаунт в Доте. И для того, чтобы вам открыть всех героев, нужно сыграть 25 игр. Но мы не будем играть 25 игр и откроем их с помощью одной команды, которую надо ввести в консоль. Так вот, вы начинаете игру, любой режим выбираем. Затем, когда вы уже нашли игру, приняли, уже на стадии пика выбираете героя, то вы... Открывайте консоль и вводите вот эту команду Dota New Player 0. И после этого у вас разблокируются все герои. На этом все. Если помог, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.